Итак, готовим первое блюдо. Морковка, свекла, картошка. Все на терке. Даже лук на терке. Пока кура, бульон доваривается, мы обжариваем, выпариваем отсюда влагу. Кто не верит, вот пожалуйста. Это то, что осталось. Морковки было слишком много. Возвращаемся. Сейчас надо перемешивать, мешать, следить, пока не пригорело. Бульон уже закипает. Итак, меленько-меленько нашинковал капусту. Капуста уже внутри. Дадим еще кипеть, пока капуста не будет готова. Суп не будет готов. Вот такой был качан капусты. Уж больно он, будем сказать, пышный. Не знаю таких. В основном ведешь качан, а качан густо-густо весь забит. А этот такой пушистый, что верхние листы постоянно отлетали. Такие крупные, большие. Меня видно вот в это зеркало. Это у меня такой фартук своеобразный. Зеркала из Икеи. Забацал их. Сюда приклеил. Где-то не хватило, где-то как. В общем, короче, блин. Все под черный цвет как бы. Здесь у меня справа печь стоит. Плита электрическая. Заподлицо. С шайшем плитой. Открываю сразу окно. Это как бы вытяжка. Хлебница ручной работы. Сколько еще кипеть? Надо помешать. Ну что ж, добавил зелени. Теперь дождемся, как закипит. И наш борщ на скорую руку, а-ля холостяк, готов. Все ждем. Все семейные наши ждут. Викуся, ты ждешь борщ? Или ты мясо в борще?